Только в липине это уже третий визит делегации Японии у Гомельскую область. После аварии на станции Фукусима у 2011 году интерес представников этой страны до Беларуси значно узрост. Гостей цікавить все. Проводимая работа по реабилитации потерпелых территорий, допомога мясцовому населению и уплыв радиации на здоровье людей, особливо неполнолетних. У Мивы Судзуки две дочки, а тому в этот момент ей цікавить особливо. Я приехала сюда, чтобы познакомиться лично с людьми, познакомиться с теми ситуациями, какие есть там 30 лет спустя, то есть у мам, там у родителей. Члены семьи Судзуки с префектуры Фукусима станут главными героями фильма. По сценарию они будут сустракаться с жыхарами потерпелых территорий. У вогу листушки об наступствах Чернобыльской катастрофы представники Японии уже сдымали. Але на этот раз яны поспробуют рассказать об ситуации у Хойницким районе про уражение звычайных людей. Гэта, як чакается, да поможе самим японцам переодолить такую зъяву, як радиофобия. Мы приехали сюда посмотреть, как обстоят дела спустя 31 год с аналогичной аварией, как живут люди и, может быть, найти подсказки, как проходил процесс преодоления этих беспокойств, возвращения к нормальной жизни, найти подсказки, чтобы это быстрее процесс прошел там, на Фукусиме. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».